Триггеры – это привычки или установки. Установки – те, по которым вы привыкли жить 30, 20, 40 лет. Но именно они нас мучают и тянут каждый раз вниз, ниже и ниже. Что такое триггеры? Как они вообще появились в нашей жизни? Они появлялись с самого рождения. Туда не ходи, здесь не стой, так не падай, надо брать стакан двумя руками, надо приседать или надо стоять, или еще что-то какие-то там придуманные или кем-то созданные специально определенные условия, в которых вы привыкли жить. Вы жили так всю свою жизнь. Да, я согласна, это тяжело менять. Это тяжело одно стирать, другое применять. Но как только вы поменяете свои установки по тем или иным случаям или ситуациям, вам сразу же станет легче. Это точно.